На щечке родинка, в глазах любовь. Так поется в известной песне. Но редко кто задумывается, что обычная родинка может доставить немало хлопот своему обладателю. Так случилось с журналистом телеканала ОТВ. На лице Евгении Августиной несколько лет назад появилось небольшое образование. Сначала никак себя не проявляла, но затем стала беспокоить хозяйку. Сейчас она стала чуть-чуть выпуклой. Немножко беспокоит то, что она меняется. Хотела бы убедиться, что все в порядке. Ну, давайте тогда сделаем дерматоскопию прицельно и уже увидим вашу родинку в 10-кратном увеличении. Процедура быстрая, безболезненная и очень эффективная. Родинку за считанные секунды можно рассмотреть в деталях и дать первую оценку ее состояния. Абсолютно доброкачественное образование. Пигмент расположен равномерно. Никаких изменений я не вижу, асимметрии тоже не наблюдается. Сегодня родинка не представляет опасности, но все может измениться. Поэтому специалисты рекомендуют внимательно относиться ко всем образованиям на коже и не затягивать с диагностикой, что и сделали пациенты Центра амбулаторно-онкологической помощи Одинцовской областной больницы. Меланома является одной из самых агрессивных опухолей, интересных. И с учетом того, что локализация ее находится на поверхности, и диагностика меланомы, она, в общем-то, не представляет для специалистов при надлежащем оснащении сложностей, то, в общем-то, конечно же, она должна верифицироваться и обнаруживаться на ранних сроках, к чему мы, собственно говоря, стремимся и для чего мы сегодня организовали это мероприятие по раннему выявлению злокачественных образований, в частности, меланомы кожи. В течение дня любой желающий мог пройти диагностику и сразу получить заключение врачей. По предварительным результатам у нас уже есть несколько случаев, которые подозрительно уже врачами взяты морфологические соскобы для того, чтобы передать это все в цитологическую лабораторию и для того, чтобы уже дальше по мере получения результатов пациента приглашать на лечение. Подобные акции будут продолжены. Задача врачей – раннее выявление злокачественных новообразований и незамедлительное лечение пациентов. Мария Шматкова, Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».